Всем добрый день. Сегодня у нас, как обычно, очередная распаковка. На этот раз пришли два светильника а-ля Ambilight Philips. Ну, либо у них стандартная линейка освещения идет Hue Philips, которая, кстати, взаимодействует вместе с Ambilight у телевизоров. Для того, чтобы создать какую-нибудь атмосферу, если у вас нету оригинального варианта, имеется в виду Philips, вот есть китайский заменитель, причем название немножко изменили. Ambient умный свет для того, чтобы использовать на столе, ну либо в какой-либо подсветке, чтобы создавать атмосферу. Все пришло, как обычно, у нас с AliExpress. Шло это из Китая, где-то чуть больше 2 недель, может около 3. Пришло вот в таком состоянии. Сверху была черная у нас упаковка, стандартный пакет. Ну а внутри находилась данная упаковочка. Давайте смотреть, что находится внутри. Заодно и посмотрим упаковку, ее состояние. Как она прожила дорогу. Сначала китайскую, а потом уже нашу российскую. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Итак, вот что из себя представляет коробка. Кстати, здесь вот стандартное обозначение. Может даже синхронизироваться с музыкой. 16 миллионов цветов. Есть контроллер, имеется в виду пульт управления. Кстати, есть еще и программное обеспечение. Но сами понимаете, программное обеспечение под Android и iOS будет требовать у вас доступа к смартфону. Дальше Wi-Fi понадобится, Bluetooth. Также понадобится положение для того, чтобы оно функционировало и взаимодействовало вместе с светильниками. Дальше здесь везде интерфейс подключения Type-C. Но есть какой-то патент европейский, если это правда. Ну и представлены характеристики. Снабжается от 5 вольт 1.5 ампера, максимальная мощность 7.5 ватт. Дальше есть управление как приложением, так и пультом, который вкладывается. Дальше показывается, что по 20 штук светодиодов. Ну и размеры, скорее всего, упаковки. Сделан в Китае, есть соответствующие сертификаты. Такая вот упаковка. Ну и российская доставка постаралась. Ну, благо там все упаковано более-менее нормально, поролончик. Надеюсь, все сохранилось. Итак, давайте вскрывать, смотреть, что находится у нас внутри. А внутри у нас есть инструкция по эксплуатации, стандартная. Ну, а хотя не стандартная, здесь английский язык. Ну, показан стандартный QR-код, программное обеспечение BAN1X. И показан то, что он находится непосредственно внутри. Ну и кое-какое описание данной реализации и применения данных светильников. Так, ну давайте дальше смотреть. Здесь находятся 2 светильника. По 20 светодиодов в каждом, как обещал. То есть вот верхняя часть металлическая, вернее нижняя. И окошко для освещения светодиодов. Как и написано было, подключение шнура Type-C, длина шнурка. Ну, судя по всему, где-то 1.5 метра около этого, может чуть меньше, на 2 сантиметра. Так, вот такие вот светильники основные. Дальше что у нас внутри еще находится? Это находится основание, чтобы их поставить. То есть одно простое основание, достаточно тяжеленькое, чтобы держать ваш светильник. Так, а второе уже идет с управлением. Данное основание. И вот здесь продемонстрировано 4 есть подключения. Кстати, вот у Philips тоже есть подобные светильники, и там тоже 3 подключения идет. То есть 2 лампы стандартные и 1 можно докупить. И подключение питания осуществляется. QR-код для того, чтобы скачать ваше программное обеспечение. Ну и включение. Отключение, чтобы осуществлять управление как-нибудь данным устройством. Кстати, есть вот заглушка. В случае, если вы прикрепляете сзади телевизора монитора, можно заглушить, чтобы у вас пыль туда внутрь не попадала. А так, ставим светильничек сюда.
И при помощи USB Type-C подключаем к первому разъему. Ну, чуть попозже подключим ко второму. Так, дальше здесь вот есть стандартные фиксаторы магнитные. Здесь на магните фиксируется. Дальше есть двухсторонний скотч с амортизацией. Наклеивайте на поверхность и вторую часть туда наклеивайте, чтобы у вас держалось, если вы не хотите использовать основание. Дальше есть кабель питания USB A, скорее всего, второй версии, если вдруг захотите использовать в качестве переноса данных. И также USB Type-C, для того, чтобы подключить и применять. Длина, ну, около метра. Так, дальше есть пульт и есть еще две штуки. Это для прокладки кабеля, если вы где-то его прокладываете, чтобы он у вас не свисал. Есть также на двухстороннем скотче зажимы для того, чтобы проложить красиво у вас кабель этих светильников. Дальше есть вот такой вот пульт, благодаря которому можно управлять светильниками. Ну, здесь вот, кстати, есть язычок, что положительно, значит, внутри находится аккумулятор, вернее, батарейка. И здесь используется батарейка, а их и два варианта можно использовать. Стандартную SIR-2032, это для обычно системных блоков для питания материнской платы. И CR2025, то есть любой из вариантов батареек. И судя по всему, то есть в комплектации. Да, так и есть. Здесь 2025 на 3 вольта CR. Посмотрите. Такая вот у нас лампочка, а вернее две лампочки. Можно заказать еще одну, но вряд ли китайцы продают. Скорее всего, также двумя штуками не продают. Не предусмотрено у них один вариант. Сделали уж тогда три, что ли, лампочки, чтобы укладывали сюда. Давайте сейчас мы это все дело подключим и посмотрим, как это у нас все здесь взаимодействует. Да, кстати, по поводу пульта. То есть есть разные режимы. Тут есть и белый свет, то есть обычный светильник, чтобы у вас светило что-то вы делали на столе, если они у вас располагаются на столе. Дальше радуга, метеор, звезды, огонь, статическое изображение. Ну, тут, может быть, кнопки еще запрограммированы на различные. Дальше переключение вариантов фиксированных настроек. Тут вон сердечки есть, то есть уменьшать, увеличивать, то есть не увеличивать, а переключать режимы. Плюс еще есть, похоже, зацикливание. Дальше здесь можно менять регулировку освещенности от минимального до максимального. Там, по-моему, от 10% до 100, шаг 10. Дальше тут даже вон пипетка какая-то есть. То есть можно цвет выбрать. Интересно, как на пульте подвести, что ли, куда-то. Дальше и музыка. Также увеличение, уменьшение. Но тоже посмотрим. Кстати, я подключу ноутбук. Специально установил старое программное обеспечение, а именно музыкальный плеер WinAmp, который еще существует и можно скачать. Там, чтобы было видно биение, есть соответствующие спектры. Ну и посмотрим, как там на какую-то музыку реагирует. Такой вот пульт. Да, кстати, здесь можно замедление, убыстрение. Стандартная регулировка освещенности, вот как там вот лента, которая участвует на фоне. Итак, давайте подключать эти лампы и смотреть, как они себя ведут, светят при подключении. Посмотрим различные режимы на пульте. Так, на приложение я, скорее всего, делать не буду, но продемонстрирую его или уже продемонстрировал чуть ранее. Итак, давайте приступать.
Итак, я вам продемонстрировал лампы освещения BN Smart Light, которые создают соответствующую атмосферу при использовании с телевизором, мониторами и просто в виде дополнительного освещения в виде дискотеки. Кстати, можно и использовать в виде подсветки при видеосъемке, потому что там есть статические изображения. Вот такого исполнения. Надо понимать, что это китайского производства. Hue служит достаточно долго. Например, Ambilight некоторые на телевизорах с 10 года без проблем работает. Все зависит от того, как вы долго будете их включать, использовать и тому подобное. Предполагается использование светодиодного освещения. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию вам предоставил в данном видео. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.